30 жовтня. Театральні паралелі «Меридіани» перетинаються у Харкові і Мельпомена. Гостинно запрошує усіх охочих до затишного будинку актора. Збирає вона усіх. Четверте. На міжнародний театральний фестиваль малих форм «Театронік». Гості сьогоднішньої нашої програми – організатори, головні організатори фестиваля «Театронік» Галина Панібратец і Віталій Бондарєв. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогі харківчані і гості нашого міста. Что таит в себе фраза в программе фестиваля «Церемония открытия»? В чем будет церемония? Ну, во-первых, прежде всего, нам хочется сказать вот о чем. Что и церемония открытия, да и сам бы фестиваль не состоялся только благодаря нашему с Галиной энтузиазму, а состоится он благодаря тому, что есть такие друзья наши, потрясающие люди, люди неравнодушные к искусству, к театру, как Колес ТВ, правильно? Правильно. И, ну и, наверное, нельзя не упомянуть Союз театральных деятелей, Междуобластное отделение Союза межтеатральных деятелей и наш Харьковский дом актера, и лично его директора Сергея Анатольевича Бычко. Так всегда получается. Вот сначала появляется какая-то инициатива создать что-то приятное и полезное в городе Харьков, а потом вокруг нас, вот, инициаторов этой идеи, собирается большое количество друзей, друзей фестиваля, которые нам хотят помочь и хотят вместе с нами работать. И от этого, ну, нам, например, только приятно, светло, да, радостно. И на церемонию открытия как раз мы хотели и представить наших друзей, которые поддержали нашу инициативу и которые развивают вместе с нами движение, форум, международный театральный фестиваль, малый форум «Театроник». И очень хочется, чтобы это жило и дальше. Спасибо, да, нашим друзьям. Так что церемония открытия, конечно, она будет отличаться от тех церемоний открытия, которые были первые три фестиваля. Открывать, так сказать, занавесочку, чтобы вы заглянули, дорогие товарищи, зрители, за эту занавесочку до открытия фестиваля мы, конечно, не будем, извините. Но вот скажем, что она будет проходить интересно, не скучно и недолго. Приходите, пожалуйста. Своеобразным продолжением церемонии открытия будет театр из Молдовы. Молодежный театр с улицы Роз. Харьков уже знаком с этим театром, они фактически друзья фестиваля. Что везут на сей раз? Наши друзья, замечательный театр из Кишинева. На мой взгляд, один из лучших театров Молдовы. Театр государственный, молодежный театр с улицы Роз. С которым мы дружим очень много лет. И у театра «Лонжерон» с театром с улицы Роз есть даже совместные проекты. И на этот раз они привозят «Сиротливый Запад». «Запад» по пьесе, знаменитой пьесе Макдонаха. Спектакль будет идти на русском языке. Именно на русском языке играет этот театр и в Кишиневе. И приходите, пожалуйста, потому что постановка замечательная. Вы испытаете целую гамму чувств. От гомерического хохота до глубокой трагедии. И ту панораму, те чувства, которые потом вы вынесете, посмотрев этот спектакль, я думаю, что надолго вы запомните. Приходите, пожалуйста. И очень-очень хороший, потрясающий актерский состав, актерская труппа, команда актерская. Они работают исключительно точно, грамотно, выразительно. Это интересно всегда смотреть, наблюдать за ними. Ну, это школа. Дело в том, что заслуженный деятель искусств Молдовы Юрий Аркадьевич Хармелин, который является художественным руководителем этого театра, он сам выпускник «Щукинец», и он именно проповедует вот эту школу, щукинскую школу, и вся система, театральная система этого государственного молодежного театра, она заточена на
на конечный результат именно с точки зрения Щукинска. Приходите, замечательная постановка, замечательная. Продолжит фестиваль, уже можно сказать, харьковчанин. Харьковский зритель знаком с множеством его работ. Гость из Болгарии Георгий Велчовский. Он везет спектакль «Ключ к краю». Скажите, есть ли у него ключ к зрителю, все-таки спектакль на болгарском языке? Я думаю, что у Георгия Велчевского всегда есть свои ключики к зрителю. Тем более это театр, театр вина. Начнем с этого. Ключик он всегда находит, а спектакль этот необычен. Как всегда, Георгий Велчевский, он во всех спектаклях другой, он играет всегда. Он находит тот образ очень точно, образ исполнения, да, своего героя, он находит очень точно. И, как всегда, несмотря на то, что этот спектакль на болгарском языке, но идея, проблематика этого спектакля доступна любому зрителю, даже не понимающему болгарский язык. Говорит в этом спектакле о человечности, о милосердии, о духовности. Эта тема очень актуальна в наше время. И для зрителя понятна его игра, потому что ведь в театре не важно не только слово, но и движение. А то, что делает на сцене Георгий Велчевский, понятно. А он большой в этом мастер. Это понятно и доступно абсолютно любому зрителю. Тем более у нас на спектаклях будет как раз и аннотация к этому спектаклю, будет все понятно. Кстати, дорогие наши харьковские зрители, вы не волнуйтесь, на спектакли, которые будут идти на иностранном языке, будет обязательно аннотация к каждому спектаклю, где будет краткое содержание, и вы поймете. Вот это для меня главная загадка, понимаете? Если в болгарском языке еще есть какие-то знакомые слова, похожие с русскими, украинскими, то последняя лента Крэпа вовсе на турецком. Я вот переживаю, будет ли воспринят «Хелми де Миррор». Как же! Ну, во-первых, это очень известная пьеса Самюэля Беккета, классика театра абсурда. Приезжает, ну, потрясающий он актер. Пьеса даже есть в школьной программе. Поэтому я думаю, что тут не возникнет никаких проблем. Тут стоит даже прийти просто посмотреть на актера, потому что актер очень высокого уровня, замечательный. И если наш зритель прочитает перед тем, как идти на спектакль, эту пьесу Сэмюэля Беккета, то, конечно, он разберется. Если еще говорить об этом, ведь все спектакли, которые приезжают, привозят на наш фестиваль в этом году, они получили награды на многих международных фестивалях, и в Европе знают эти спектакли. Все спектакли, которые приезжают в этом году на фестиваль в Харьков, они первый раз показывают свои спектакли в Харькове. И на Украине. И многие даже на Украине. Первый раз эти люди приезжают в Украину. То есть, ну, не было никогда, никто не показывал ни в Киеве, ни во Львове. Поэтому это такой для нашего фестиваля театральный эксклюзив. Господа, программа фестиваля настолько обширна, настолько насыщена событиями. Безусловно, четверть часа телевизионного эфира не вместит. То, что будет 5 дней, будоражить воображение миллионного города. И тем не менее, хотелось бы все-таки вот по паре фраз о каждом спектакле услышать. Следующий в программе спектакль английский «Мать Мэйра и ее дети». Этот спектакль играет потрясающая актриса Кэрол Свифт. Она настолько обаятельна и настолько глубокая по своему мироощущению и своему существованию на сцене актриса, что она одна заполняет все пространство сцены. Она держит зрителей. Весь это моноспектакль, она весь спектакль держит внимание зрителей. И повествование в спектакле идет о том, что о трагедии, о женской судьбе, о трагедии матери, которая похоронила своих детей.
Это вообще проблематика, я думаю, что и актуальна на сегодняшний день и для нас с вами. Ну да, война, гибель на войне, детей. Это ужасно, людей. Когда мать хоронит своих детей. И смерть человека именно в военных событиях, это самое ужасное, что может случиться, когда ты понимаешь, что все это произошло по глупости и по ненависти каких-то людей, а гибнут самые лучшие, самые хорошие, и для любой матери ее ребенок самый лучший. Это спектакль о том, что нужно всегда помнить для того, чтобы в дальнейшем не совершать это, чтобы в будущем это не повторялось. Вот вы сейчас сказали, что Кэрол Свифт заполняет собой все пространство сцены, а я вспомнила армянскую актрису Нору Бадалян, которая тоже принимает участие в этом году в фестивале, со спектаклем «Чуть больше, чуть меньше». Я его видела, и он поразил меня до глубины души, оставил какой-то вот неизгладимый след. А что вы скажете, что означает это белое платье, кружева на сцене и не менее кружевные ее рассуждения? Я должна сказать, что когда мы составляли программу и вот писали всю эту программу, составляли кто, когда, в какие дни, на какой сцене, я подумала, насколько у нас насыщенная получилась в этом году на театральном фестивале программа. Ведь все фестивали настолько актуальные, настолько глубокие, которые поднимают философские темы, проблемы человека. Все спектакли о человеке, в том числе и спектакль «Чуть больше, чуть меньше». Она в своем спектакле рассказывает о поиске собственного «я». Путем каких-то «чуть больше, чуть меньше» — это фраза ключевая у ее спектакля. Путем каких-то фантазийных историй она не помнит себя, она вспоминает и ищет, кто такая я на самом деле. А все эти истории, которые она вспоминает и рассказывает зрителю, они сплетают вот это вот кружево, они сплетаются в эти узоры, орнаменты жизни. Я думаю, что вот как раз очень сценография этого спектакля и отражает тему, которая выбрана, ну и задана именно эту пьесу. Это очень хорошая актриса, она меня, например, поражает своей пластикой, пластичная. Она очень пластичная, и это интересно за ней смотреть, интересно. Спектакль на русском языке. Да, актриса потрясающая, да. И спектакль на русском. Second Hand. Такое название дали определенному времени наши гости из Беларуси. Могилевский театр драмы. Почему? Ну, во-первых, это Светлана Алексеевич, автор этого произведения. Этого произведения, да, которое совсем недавно, вот несколько дней назад, стала Нобелевским лауреатом в области литературы, с чем мы ее и поздравляем. От всей души. Да. Ну, о спектакле Галя расскажет, она. Знаете, этот спектакль построен на трех монологах. Эти люди в спектакле, три человека играют этот спектакль. Эти люди рассказывают о своей судьбе. Рассказывает просто зрителям свои собственные истории. А second hand, наверное, просто нужно понять, что такое second hand. Это мы говорим о вещах, да, которые вещи какие-то, да, объекты какие-то, которые уже использовались кем-то и были выброшены, были за ненужностью отброшены, но ими пользуются какие-то другие люди. И правильно так вот, second hand. По-болгарски «друга употреба». Да, и, наверное, вообще спектакль и пьеса о советском времени. Об ушедшем времени. Об ушедшем советском времени и о человеческих судьбах, и о свободе, и о людях, которые
о человеческих судьбах и о человеческой свободе, которые не знают делать, что с этой свободой. Что делать с этой свободой? Ну да, когда границы-то раскрылись, многие из нас оказались, в общем, как эти вещи, секонд-хенд. Кто нас употреблял потом, после крушения Великой Империи? Ну, то есть очень много знакомого будет в этом спектакле, не так уж далеко ушло это время. Безусловно. И замечательные актеры Могилевского театра драмы приезжают. Если Могилевский театр драмы уносил нас на 20 лет назад, то вот это вот дивное вкрапление в янтаре Виолетта Комар из Польши уносит нас чуть поглубже в историю. Это военные годы. Приоткройте, пожалуйста, занавес. Кто она? Безусловно, не героиня. Героиню мы видим на сцене. Кто она, актриса Виолетта Комар? Виолетта, она обаятельная, общительная. И актриса, она тоже очень тонкая. Каждое движение на сцене ее очень точное, очень вымеренное. Такое ощущение создается, что она все продумала. Каждый поворот головы, каждый жест. Все это оправдано на сцене, и ничего лишнего не присутствует, ничего не мешает восприятию зрителя. За спектакль, который привозит Виолетта в Харьков, она приезжает первый раз в Харьков, она получила совсем недавно гран-при фестиваля, который проходит в Висагенесе в Литве. И литовский зритель до сих пор в восхищении вспоминает об этом спектакле. Я думаю, что нашему харьковскому зрителю невероятно понравится Виолетта Комар. Да, ну это большой фестиваль в Висагинесе, это большой фестиваль в Литве, и это награда стоящая такая. Среди почетных гостей фестиваля Анатолий Крым, автор пьесы «Письмо Богу». Это премьера фестиваля этого года от театра Одесского разлива «Ланжерон». Он тоже участвует, да? Что в письме? Я начну, потому что мы на самом деле вот с Виталием Бондаревым оказались очень смелыми людьми. Наверное, так никто из организаторов фестиваля, который проходит по всему миру, наверное, так бы никто не поступил и никто не сделал. Организовывать фестиваль и одновременно показывать премьеру на этом фестивале. Ну, мы все-таки вот такие смелые, отважные и пошли на этот шаг. А теперь уже ничего не остается делать, как идти до конца. А еще ответственнее этот момент становится премьера тем, что... Анатолий Исаакович Крым приезжает. Анатолий Исаакович Крым приезжает и видит первый раз этот спектакль. Наши друзья со всего мира, театральные критики, сразу попадают на премьеру. А для нас это становится еще более ответственным, тем самым нас подстегивает к лучшему варианту создания, наверное, спектакля. Тем более, что когда Анатолий Исаакович узнал, что это фактически моноспектакль, фактически. Для него это было неожиданно. Это было для него шоком. Он говорит, да! Ну, интересно, что вы там напридумали. А если говорить о том, что автору стало интересно, то это как-то уже настораживает. Премьера — это очень ответственно, не страшно? Очень. Конечно, страшно. Поэтому мы выбрали малую сцену для своего показа. На самом деле спектакль, рассказ Анатолия Крыма, мы его давно прочитали, и он давно как бы сидит в наших сердцах. Это нисколько, пусть это будет как-то звучать пафосно, но это действительно так, потому что такого актуального и чувственного рассказа можно сказать, что не найти. Но вот на сегодняшний день это очень актуально, очень глубоко, и самое главное, что душевная — это история человека, простая, незамысловатая, которая могла случиться со многими, с каждым. Вот. Ну, история одного человека. Вот. Но она настолько открывает, тесно... она настолько нам дает ответы на многие вопросы, которые мы задаем. И опять-таки она попадает в тему, в контекст всего фестиваля. Фестиваль о человеке, для человека.
Я думаю, вы со мной согласитесь, что вопросы, что удалось, что не удалось, почему, как такой навязчивый комар жужжит, когда заходишь после спектакля за кулисы. Эти же вопросы задает себе Александра Срубинова прямо на сцене. Спектакль после спектакля литовского актера закрывает фестиваль. Почему? Это такая находка ваша? Это наша организаторская находка совместная с вами. Да, Александрас замечательный литовский актер. Спектакль, сразу мы говорим, спектакль будет идти на русском языке. Александрас замечательно владеет русским языком. И специально для нашего... Вообще, в Литве этот спектакль идет на литовском языке, но специально для харьковского зрителя Александрас привозит его на русском языке. Он, когда мы с ним разговаривали и пригласили его, он вздохнул и сказал: «Ох, придется вспоминать спектакль на русском языке». И я уверен, что вы получите огромное удовольствие, потому что спектакль необычайно интересный, и актер работает великолепно. Этот спектакль отмечен на многих фестивалях, да, именно званием Гран-при. Этот спектакль отмечен многими наградами международными. Это не спектакль, который знают на многих-многих международных фестивалях и конкурсах. Вообще, получается, можно за 5 дней объехать весь мир, просто придя в дом актера. Так это была наша цель, когда мы задумывали «Театроник», чтобы харьковский зритель познакомился с лучшими образцами мирового театра малых форм. Программа фестиваля насыщена не только событиями на сцене. Множественные встречи, мастер-классы, творческие вечера с почетными гостями, встречи. Мы уже рассказывали в одной из предыдущих программ о том, что состоится 3 мастер-класса, бесплатных мастер-класса от Нукзара Лоткипанидзе. Виталий Евгеньевич, кто этот человек? Сгущайте краску. Краски. Тут можно очень много краски добавлять красок. Хотя сам Нукзар Лоткипанидзе – это одна большая и очень яркая краска. Это выдающийся грузинский режиссер, замечательный режиссер, обладатель государственной премии Грузии, обладатель еще 4 премий разных, в том числе и в области не только театра, но и литературы, потому что он еще и драматург. Это человек, который знает о театре, если не все, то очень многое. Это один из любимейших учеников великого Михаила Ивановича Туманишвили, так сказать, родоначальника и основателя, откуда вышел весь грузинский современный театр. Но он потрясающий человек, Это человек, это ходячий ум. Это юмор, человечище. Ум, юмор, ирония, самоирония. У него потрясающе. Он настоящий грузин. Да, и он же к тому же еще и актер. И я считаю, что это наша большая заслуга, то, что Нукзар Лоткипанидзе приезжает к нам на фестиваль и привозит свои 3 мастер-класса. Который он будет давать в Академии культуры для студентов, в Университете искусств для студентов и, я надеюсь, что для актеров в театре для детей и юношества. Я вот просто думаю, придут студенты обучаться мастерству. Им не привыкать учиться уму-разуму. Но придут вместе с тем и артисты, которые уже... действующие, играют в театре и не в одном. Не затронет ли это их самолюбие сесть на одну скамью, учиться вместе с первоклашками? Я могу сказать другое. Перед репетицией в Доме актера меня остановили актеры с разных театров, группа актеров, и задали такой вопрос. Можно ли вам задать вопрос как организатору фестиваля? Мы все очень хотим попасть на мастер-класс Нукзара. У нас вообще будет такая возможность?
Вот там же свободный вход на все мастер-классы, и мы студентов приглашаем. И они очень переживают, хватит ли им свободного места, чтобы хотя бы постоять и посмотреть мастер-классы Нугзара. Так что вот как раз какого-то передозировки собственного достоинства у актера. Нет, ну бывают разные, конечно, актеры. И одни как-то хотят что-то новое узнать, другие считают, что они уже достигли вершины, так сказать, вершины власти, так сказать, над собой, над зрителем. Ну, каждому свое. Мы считаем, что это очень интересно. Встреча, приезд Нугзара Лорд Кипанидзе, несомненно, событие, театральное событие города Харькова. Это несомненно. Это будет что-то серьезное и поучительное? Ну, то есть мастер-класс строится по принципу разговор отца с сыном или все-таки двух друзей равноправных? Нет. Друзей. Это двух друзей. Он настолько мудр, что никогда он не станет поучать, воспитывать. Нет. Это разговор двух друзей, причем равных людей. Он умеет это делать, и он это делает виртуозно. А насколько он серьезен в ведении мастер-классов? Да, я могу сказать, что он проводил по одной теме несколько раз на разных фестивалях мастер-классы. Я с удовольствием на его мастер-классы ходила на один и тот же мастер-класс по одной теме, к примеру, три раза. Вот, первый раз я пришла точно так же, как сказала сейчас Танечка, с конспектом. Потом уже поняла, что конспект не нужен, а на третий раз я решила все это удовольствие повторить. Я подумала, что Лорд Кипанидзе, я не знаю, я просто знаю, что это величина мирового масштаба, а лично я с ним не знаком, поэтому я жду от мастер-классов чего-то очень поучительного. А вот с Быстряковым и Чегляевым я знакома лично. И уже которую неделю я слышу в ушах громкий смех, просто предвкушая эту творческую встречу. Потому что Валерий Иванович Чегляев может с абсолютно серьезным лицом говорить какие-то вещи, которые, просто вспоминая, в течение недели можно хохотать без умолку. Я думаю, насколько будет серьезным и смешным эта творческая встреча? Ну, несомненно. Ну, а как же? Должна же быть какое-то яркое, вот такое вот в виде фейерверка, какое-то пятно. Фейерверк на мероприятии же должен быть. Обязательно. Это будет Чегляев и Быстряков. Но замечательный актер, он прекрасный актер, Валера Чегляев, он замечательный шоумен, он очень остроумный человек. Это какой-то кладезь. И, конечно, наверняка он очень интересный человек, и это будет очень интересно. Конечно, его творческая встреча и Володя Быстряков, это будет здорово. Так что кстати, Быстряков, он же еще и композитор, так что, дорогие композиторы, начинающие, приходите, пожалуйста. Послушайте Мэтра. Друзья, так или иначе, мы вынуждены заканчивать нашу встречу. Если попытаться вложить в несколько слов все, что чувствуешь, всю эту гамму эмоций, все, что переживаешь, когда просто произносишь слово «театроник», особенно когда заглядываешь в программу фестиваля, то можно сказать вот несколькими словами. Остается только предвкушать. Даже представить себе этого невозможно. А что бы вы пожелали зрителям, которые вообще рассуждают, идти или не идти, и вообще, зачем ходить в театр? Мне бы хотелось сказать тем людям, которые раздумывают, что, знаете, в жизни есть суета, быт, а есть моменты счастья. Когда мы говорим о счастье, мы всегда подразумеваем именно моменты счастья, потому что они проходят очень быстро, незаметно. Одни стремятся запечатлеть это на фотографию, другие на камеру, а другие в своей памяти.
Я надеюсь, что эти фестивальные дни, 5 дней, это как раз есть те моменты счастья для Харькова. Счастье соприкосновения с театральным искусством, с мировым театральным искусством, с хорошими людьми, приятными. И очень хочется, чтобы этих моментов счастья у наших зрителей на фестивале «Театроник» было как можно побольше. И чтобы им было о чем вспомнить. А вот те люди, которые еще раздумывают, и в результате придумывают, что это им интересно, я думаю, что они потом в скором времени очень-очень разочаруются и... Сильно пожалеют. Пожалеют и будут вспоминать, ах, вот был тот шанс, а мы его упустили. Поэтому мы всех приглашаем зрителей за моментами театрального счастья. Приходите. Дорогие харьковчане, фестиваль «Театроник» — это наш подарок вам. Так что приходите, пожалуйста, получите этот подарок от нас. Друзья, фестиваль не имеет конкурсной программы. Никто не борется за первое место. Некоторые спектакли уже сразу ограждены как минимум языковым барьером, не говоря уже о техниках, о сценографии, которая может быть непонятна. Позвольте глубоко философский вопрос. Зачем театроник в таком формате, малых форм, вне конкурсов? Зачем театроник в таком формате в Харькове? Да, вот это вопрос. В тупик. Просто как обухом по голове, действительно, зачем? Наверное, надо. Времена такие, когда нужно остановиться, смотреть друг другу в глаза и поговорить. А где как не поговорить, как в театре, причем не просто в театре, а в театре малых форм. Не на какой-нибудь легкой комедии. Они, несомненно, нужны. Комедии. Обязательно нужны. Ходите на комедии. Но иногда остановитесь, подумайте. Загляните в театр малых форм. Посмотрите в глаза актерам, которые выйдут перед вами, раскроют свою душу. А вы в ответ откроете им свою. Вот для этого и нужен фестиваль «Театроник» здесь, у нас, в нашем прекрасном Харькове, самом лучшем городе на свете. На завершення програми я хочу побажати. Нехай ці 5 фестивальних днів сцена харківського будинку актора наповнюється магією театрального мистецтва. Програма «Театр» і творче об'єднання «Коліс ТВ» бажає вам, усім нам, плідного спілкування, творчого настрою. Глядачам хочеться побажати яскравих вражень, а гостям – незабутніх спогадів від перебування у нашому затишному Харкові. Thank you.